Всем привет! И сегодня я хотела бы сказать вам, что я сниму видео на следующей неделе, так как эта неделя была тяжелая, а последняя неделя третьей четверти. Видео будет на следующей неделе о том, как я ухаживаю за своей кожей. Извините, конечно, что я не сняла видео раньше. У нас сейчас на улице 0 градусов. Я думаю, что неделя каникул пройдет хорошо, потому что хочу занять ее полностью, чтобы не сидеть дома, не скучать, потому что всего неделя, чтобы отдохнуть от школы, тем более на улице уже не так холодно, можно погулять, где-нибудь потусоваться, может быть, сходить в кино, в кафе. Я желаю вам, чтобы у вас неделя каникул была просто замечательная, чтобы вы радовались каждому дню и никогда не грустили. Подписывайтесь на мой канал и знайте, что мне важен каждый подписчик. Я желаю вам всем удачи и, конечно же, верьте в себя. Всем пока!